Меня зовут Андрей Славянский, я руководитель студенческого совета БГТУ ВУИНМЕХ. Сегодня мы пригласили вас, чтобы отпраздновать наш профессиональный праздник, наш самый любимый день космонавтики. 52 года назад Юрий Сергеевич Гагарин оказался первым человеком, кто полетел в космос, и сейчас вы наши преподаватели, сотрудники, и мы, студенты, аспиранты университета, пытаемся подтверждать нашу первую роль в космосе, учимся создавать новую технику. И в этот знаменательный день хочется всех вас поздравить, пожелать вам здоровья, пожелать вам успехов. Молодым нам пожелать не бояться создавать новое, не бояться узнавать и не бояться интересоваться. Первым я приглашаю к микрофону нашего ректора Константина Михайловича Иванова.